Domnul Boban Sergei, domnul Ciorne Andrei, domnul Domnitski Oliver, domnul Rogăciuc Vărnic. De asemenea, la lucrările ședinței de astăzi, participă șefii de direcție secției de cadru primării municipiului Bonț, directorii Uvecului de Oro Municipală. Pentru începutul ședinței, vreau să ne spun și să mă rândrăcheu la municipiul Bonț, care vreau la Republice Moldova, prima municipiul Bonț, prima Republice Moldova. Cine este împotrivă? 1. S-a abținut.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Może legata spać po dzieci. Который сейчас озвучивался вопрос по сферу назначения в должность. И снять с повестки дня, как неподготовленный, 25-й вопрос и перенести его на следующее заседание. В связи с тем, что была уже ясность от юридического отдела конкретная. Также мы хотели бы рассмотреть... Можно чуть помедленнее, чтобы мы записывали? Да, пожалуйста. Начать сначала? 25-й исключить. Да, 25-й исключить. 3-м включить вопрос по мусору. Как звучит? По мусору? Рассмотреть вопрос ситуации, связанной с мусором в городе Бельцев. Какой это вопрос? 3-й. Я включаю включить его. Дальше, следующее предложение. Подождите, коллеги, следующее предложение. 19-й вопрос. О назначении господина Батыр на должность директора Центра семейных врачей рассмотреть 4-й вопрос. Дальше. 25-й вопрос. О рассмотрении предоставления территориального бюро Белгородской государственной канцелярии номер 1304 от 15.03.2018 перенести на следующее заседание сессии. Почему? Потому что считаю, что он не подготовлен, нет четкой ясности с юридической стороны. Да. Нет. Кроме того, мы пытались на заседании фракции пригласить представителей примарии, к нам никто не пришел. Заседание фракции переносилось несколько раз, мы предлагали в 16 часов, в 15 часов, в 11. Тем не менее, нам фракцию объявили, что будет 13. Параллельно с нами было заседание других комиссий. Юридическая комиссия заседала в 16.00. То есть возможности детально изучить этот вопрос не было, и материал представлен, я считаю, что он не подготовлен. Если мы сейчас зачитаем представление юридического отдела, там можно сказать, по этому вопросу можно голосовать «за», можно голосовать «против». Поэтому для того, чтобы разобраться, есть необходимость его перенести к следующему заседанию сессии. Это мое предложение. Но так как вы затронули данный вопрос, я все-таки буду переходить периодически. Может, мы сначала проголосуем? Можно я? Я вас выслушала. Я вас выслушала, господин Попов. Я вас выслушала. Дайте мне сказать свое мнение. Спасибо большое. Так как вы затронули 25-й вопрос, я хочу сказать, что есть очень четкая ясность по этому вопросу. Хочу задать вопрос господину Балану. Господин Балан, знаете ли вы о таком обращении в инспекцию труда, которое было со стороны примарии сделано в 2017 году? Именно в контексте этого вопроса, по 25-й инспекции труда, сейчас я вам скажу, какой вопрос. Именно по вопросу, кто имеет право. Именно по вопросу
будучи в командировке в исполнении своих обязательств. Вы в курсе о таком обращении? Я не ставил в курсе известности. Но с вашего управления это обращение вышло, извините, пожалуйста. Так вот, уважаемые коллеги, хочу вам сообщить в контексте 25-го вопроса по назначению вице-премьера. 13 октября 2017 года при Марии обратилась в инспекцию инспектората Беслана Лучи с обращением разъяснить, может ли примар, либо руководящая должность, когда он находится в служебной командировке, исполнять, если он, например, исполняет свои обязанности. У нас есть ответ, который пришел 21 ноября 2017 года. Я не буду зачитывать весь ответ, но суть я прочитаю здесь в ответе, в одном абзаце есть непосредственный ответ на наш вопрос. То есть не на наш, а на вопрос данных примарий. По мнению вообще митюнации, умопение мастера, делегали салариату, комфорт ордену, диспозиции, вичизии, отрывы, и некоторые подготовлены не третьи, но не первые. Первые детали атрибутива гемнука, на пару молодой гемнука перманент, но при супуне и посибилитаты экзекутерии атрибутива десервичу, лавоку гемнука перманент. Энказы делегали, где пасали подготовлены не третьи, а честно финтабили, да, плати диспуники перелада афлэри, где пасали, экзекчитали, атрибутива сали гемнука, Энсяма не алки персона. И мне кажется, этим ответом инспекция труда все-таки. Я считаю, что это государственная структура, которая обязана интерпретировать определенные нормы. Мне кажется, этим ответом с юридической точки зрения все понятно по вопросу 25. И мне очень жаль, что господин Бабанов не в курсе о таком обращении, которое в принципе подготовил юридическое управление по подписью господина Шеремета. Если вы хотите, мы попросим, чтобы всем были даны копии данного ответа и запроса. Да, пожалуйста. К сожалению, эти документы и другие нам на фракции не были представлены. Есть еще дополнительная информация, которая вот сейчас у меня на столе лежит. Я предлагаю сделать перерыв на полчаса для того, чтобы наша фракция, фракция «За развитие Бель», смогла ознакомиться с представленными вновь документами, и мы тогда посмотрим, насколько они подготовлены для того, чтобы рассматривать этот вопрос. Но для того, чтобы не терять время, мы можем просто перенести данный вопрос на следующую сессию. Будет у всех достаточно времени. Я еще раз говорю, смысл в том, для того, чтобы все достаточно могли ознакомиться со всеми материалами, связанными с этим вопросом. Я попрошу присутствующих, очень вас прошу, чтобы мы провели нормально данное заседание. Вам благодарна. Deci, vrearea de acum au trecut și sau maximum majoritatea consilierilor. Deci, e conform regulamentul și legislației, adică legii privind administrația publică locală, această întrebare trebuie să fie încălcată, înaintată spre examinare la următoarea ședință. Este că nu tema în zonă, e în acele considerii care le spune domnul la fiecare masă, așa, este adresarea domnului director jucătării, domnul Rău, care atrage atenție consilierilor să definească între tipul executorilor, adică a jucătării municipiul Băză, cu privire la numirea funcției domnului Pătăză. Deci, noi putem să informăm acest fapt. În cazul dat, încă o dată la dragă atenție că consilierii pot fi atrași la răspunderea administrativă, conform codului administrativ. Asta ce privește înțelegerea mea. Nu mi-e șarită cu consiliere din partea mea. Eu am atras atenție, nu amintiție. Noi știm cum vreau să atrage atenție. Tu mi-e vreau să atrage atenție. Doamna președinte, așa atenție. Eu vă rog frumos, nu trebuie să comentați întrebările mele. De ce? 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 De dar eu vorbim complet la întrebare. Și nu trebuie să comentați pe mine. Aveți părerea de la mă trebuie spuneți-o. Și atât.
Советника, и на сегодняшний момент в составе административного совета господина Григоришина нет.
Да, поверяю. Да. В таком случае, господин Игоревич, я еще в прошлый раз об этом вопросе задавал, вы об этом не задали. Я даже сегодня это не поднимал вопрос, понимаете? Я же для того, чтобы ради красного флага или еще что-либо. Я задавал этот вопрос еще в прошлый раз, а вы промолчали. Я даже видел ваше обращение, и все муниципальные рейтинги дал поручение, чтобы они вышли с одним советом, потому что согласно законодательству до конца года они должны об этом выйти. И если вы меня плохо слышали, то я извиняюсь, что я это сказал вам в прошлый раз. Советники не имеют права, поэтому и выносить на совет, утверждать, нет смысла, пока не будет разработан новый регламент административных советов, новый устав. Сейчас это все разрабатывается и будет выноситься то, что касается обращения советом административных советов. Спасибо. Дома участка, хочешь, чтобы он будет? Я извиняюсь, господин Шумский, так не ответил. Он вышел, как господин Игоревич? Дома участка, каждый из вас уходит, он говорит, что я стал полковник, то он не организовал. Уважаемые коллеги, я бы хотел вернуться опять 19 буквально минут, напоминаю. Можно нажать на микрофон? Пожалуйста, уже так и да. Значит, напоминаю о том, на прошлой сессии говорю, на позапрошлое, что на данный момент сумма финансовых средств, которая будет востребована с точки зрения определенного юридического лица, это я имею в виду суд, она превышает 200 тысяч рублей уже. Помните, что эта сумма будет погашаться за счет какого-либо заведения, будет погашаться за счет только муниципального бюджета. Это одно. Второе. Я же очень предлагаю 19-го вопроса назначения БТРА рассмотреть. Почему? Потому что на сегодня есть два новых документа. Госпожа Гречко заявила в одном документе новом. У меня на столе лежит второй новый документ за подписью и адресацией Рома Халега. Это судоисполнитель. Поэтому предлагаю этот вопрос по возможности рассмотреть, что это такое, вот, дать возможность юридически изучить эти два документа, которые вы заложили сегодня, положили нам на стол, и после этого только принимать какие-то определенные решения. Я просто маленький комментарий. Я не зачитал вам этот документ как дополнительной информации для вас. Мне просто очень жаль, что в его управлении не знали про существование такого документа в момент, когда заключение юруправления писало по 25-му пункту. Мне очень жаль, что они не учли данное письмо. Я просто хотела довести до вашего сведения, что существует такое письмо. Ну, к сожалению. Я вам зачитала содержание данного письма. И мне кажется, там все было очень четко прописано. А что касается господина Батыра, я не знаю, есть какое-то решение суда окончательное для исполнения? Я в данный момент вижу. Очень бы хотелось его изучить и знать информацию. Было дано предложение, мы обязательно проголосуем все и за предложение комиссии по правкам, и за ваше предложение. Думаю, Гильдман, спрошу, поможешь. Да, интересно. Два предложения. Решение решениться и пассивным классом публично. Через цены карьеры симпрессенс, но грибку сапис, если требует. Собака и лично. Se perturbeze activitatea Consiliului. Deci vor foarte mult. La prima încercare când sunt caute într-un răsos. Desigur, dar mulțumesc. Se efectuă ordine de zi. Da, domnul. Уважаемые советники, по вопросу третьему, который предложил господин Полонский, по ситуации с мусором включить под номером 3. Согласно статье 22 закона о местном публичном управлении, вопросы, внесенные в повестку дня заседания местного совета, обсуждаются им при наличии заключения или отчета специализированной комиссии совета, а при необходимости также отчета или заключения СМИ или соответствующего подразделения централизирующего общественной службы и децентрированной общественной службы, а также сроки, поступивших в ходе публичных консультаций и рекомендаций в случае, если это
вопрос, который идет по публичному консультированию. В связи с тем, что данный вопрос не был осужден в специализированной консультативной комиссии, также нет этого вопроса, мы его не видели, не отправляли никому на согласование. Есть предложение, вопрос на нас не отвечает, потому что мы хотим отвечать. Только сведения о том, что на комиссии консультативного муниципального хозяйства и экологии вопрос был рассмотрен. Представители присутствовали, они давали ряд информации. И в целом частично была возможность задать вопросы, но не полностью, потому что были вопросы еще финансовые, поэтому надо задавать эти вопросы и нашим службам примарить, дабы иметь полную информацию. Поэтому заключение комиссии, я думаю, озвучит потом, господин Маркович, когда будет рассматриваться этот вопрос. Она есть заключение комиссии, не буду его цитировать. Я считаю, что это правомерно сегодня этот вопрос рассматривать после того, что комиссия по муниципальным хозяйствам рассматривала его. Значит, вопрос не был включен в повестку дня распоряжением примара. Мы его не включали в протокол специализированной консультативной комиссии, не готовили заключение специализированной консультативной комиссии. Я его не видела, заключение управления муниципального хозяйства и юридического управления. Более того, я его не раздала никому из советников. Поэтому я вас просто поставила. Я предлагаю включить все-таки третьим вопросом заслушивание хотя бы концессионера, чтобы он рассказал, как он видит эту ситуацию, почему полигон закрывается, почему он открывается, какая ситуация финансовая. Это очень важный вопрос, и мы вправе все советники сейчас проголосовать за то, чтобы заслушать. Мало того, создать комиссию, которая разберется во всех документах, потому что на фракцию мы пригласили представителей концессионера, мы пригласили представителей примарии, но от примарии к нам никто не пришел. Поэтому есть смысл этот вопрос сейчас рассмотреть, он наиболее важный, на мой взгляд. Спасибо. Несомненно, проблема мусора очень важная. Тем более, сегодня, по моей информации, в час дня собирается опять закрыть полигон. Поэтому, еще из истории скажу, да, мы неоднократно обращались к премьер-министру и от имени исполняющей обязанности, и от имени комиссии по чрезвычайным ситуациям. До сих пор готовится ответ госканцелярии нам. Поэтому я считаю, что есть смысл обратиться от имени Совета к премьер-министру, чтобы была создана правительственная комиссия, которая будет включать и советников, и все стороны, для того, чтобы они разобрались в этой ситуации. Она охватывает и Правительственная комиссия, она будет работать, но нам необходимо сейчас уже знать, какая проблема, для того, чтобы мы могли сегодня принимать решение. Я хочу услышать от первых уст, от концессионера и от всех людей, которые участвуют в процессе. Это последнее предупреждение, я вас очень прошу. Кроме того, учитывая то, что в зале есть, кроме муниципальных советников и другие люди, пускай они услышат правду. Пускай все стороны выслушатся, и мы примем решение хотя бы о том, чтобы создать комиссию, которая будет каждый день работать. Чтобы не муниципальные советники в единичном случае, или двое, или трое, или несколько, ходили на полигон и решали эти вопросы. Давайте поднимем все документы, все проблемы и разберемся с вопросом. Господин Павловский, вы знаете о существовании предыдущей комиссии? Я предложил включить. У меня тоже к вам вопрос. Вы знаете, что была такая создана комиссия? И как она работала, кто в нее входил, я не знаю. Какие члены? Почему вы не знаете? Но с нашей с фракции. Кто был в этой комиссии, уважаемый коллеги? Дом Маркович, у меня с Процфосом комиссия знакома. Прецур. Боимся включить этот вопрос в повестку дня и рассмотреть его. Подождите, но если идет речь о правительственной комиссии, туда будут входить и представители Салубрити Салуши, и вы как советники, и представители примарии. Ведь никто не настаивает, чтобы этот вопрос отложили, чтобы этот вопрос не рассматривался. Потому что печальный опыт показал, что
что не функциональная данная комиссия. Я присутствовала на вашей комиссии, господин Маркович, господин Кучацкий. И я вам сказала, что не функциональная была эта комиссия, потому что просто не заинтересованная сторона не хотела идти на уступки. Значит, когда была ситуация в городе с мусором, мы быстро правительство пришло помочь, да? Якобы кризис этот, который был создан. Почему на этот раз вы против, чтобы это была тоже правительственная комиссия? Я считаю, что это правильное решение. Потому что нам, у нас сегодня ситуация, что нам нужен новый полигон, что нам правительство выдало Леон Бучацкий, его муковецкому аспутации. Я ведь очень внимательно, когда вы говорите. Не, мне переводить не надо. И с чувством выбора у меня тоже все хорошо. По-моему, мы злоупотребляем чужим временем. Давайте по существу говорить. Давайте голосовать. Дело в том, что сейчас не есть ваша... повестки дня. Да, повестки дня. Да. Уважаемые коллеги, первое, что касается вот, приглашения пенсионеров, чтобы можно было выслушать, задать вопрос. Что плохого, что сегодня, в данном случае, вот здесь, в этой трибуне, присутствует руководитель или представитель пенсионеров, задать ему вопрос. У меня есть море вопросов пенсионеров. Вы их задали? Нет, никогда. Я хочу задать и услышать ответы. Это первое. Второе. Я не вижу проблем для того, чтобы было выслушать и задать им вопросы. Я думаю, для всех, для бельчан, для нас, советников, для всех это будет интересно услышать от них ответ. Конечно. В том числе и финансовые ответы, и все остальные. Это одно. Второе. Мы говорим о правительственной комиссии. Ничего против не имею. Но мое мнение, как руководитель экономического агента, никогда не имеет возможности юридически влезть в какое-либо правительственное лицо или же ответственное лицо по правительству в отношении между экономическими. В данном случае идет вопрос отношения между экономическим агентом, который администрирует полигон, и экономическим агентом, который называется он ДСУ. Это мнение моего руководителя. Спасибо. Уважаемые коллеги, дело в том, что мы не проект решения предлагаем внести в повестку дня, как на что сослался секретарь совета, а вопрос о том, что заслушаешь те проблемы, те вопросы, которые озвучиваются бельским телевидением, да, с вами, представителями нашей партии, что там изверги, да, и они вот закрывают и ничего не дают работать в городе. А поэтому в данном случае необходимо, чтобы мы заслушали здесь, создали комиссию, свою рабочую комиссию со стороны всех прав. Потому что ту комиссию, которую создали вы тогда, создали только от вашего большинства. От какого-то от оппозиции вы никого не назначили, не предложили и не избрали. Поэтому в данном случае она и поэтому и одного получается, и не было результата. Сейчас, если мы действительно хотим разобраться в этом, почитать нормативные документы, почитать решения, какие были, контракты, что было заключено, задать вопросы непосредственно уже в рабочей комиссии. Даже у меня тоже есть Солужин, но куча вопросов. Поэтому в данном случае давайте разберемся, если мы хотим. А так вот, когда мы начали вопрос поднимать, господин Шумский говорит, уже вот в обед будет закрываться полигон. Так как вы хотите найти компромисс? Вот мы даем возможность... Вы не были на заседании комиссии господина Марковича, представители Солубрити Солушин, категорически против, чтобы в данную комиссию входили представители премьеры и советники от фракции нашей партии. Давайте выслушаем. Что господин Руслан был ему нашей фракции. Мы тоже разговаривали, он там предоставил нам пакет документов, которые мы не могли его сразу же изучить и задавать еще дополнительные вопросы. И мы там тоже говорили о том, чтобы создать комиссию от всех фракций, от всех, по два человека. И представители Примарии, чтобы было обязательно с юридического управления, с экономического управления, чтобы мы могли изучить документы и более детально, да, подойти к этому вопросу, найти какой-то компромисс. Уважаемые коллеги, я хочу напомнить, значит, если господин Кучацкий и господин Маркович не помнят, была комиссия, создана господином Шереметовым. В данную комиссию входили советники как от нашей партии, так же самое, как господин Кучацкий.
Кручатский ходили, господин Маркович ходили, тогда экономические агентства будут и слушают. Психанули и вышли из кабинета, хлопнули дверьми. Вот сидит господин Маркович, он улыбается. Было такое, господин Маркович? Правильно. Я там не был, вы там присутствовали. Потом неоднократные переговоры с экономическими агентами и Салубрити Салушин. На последнем при тарифе опять присутствовал господин Маркович и господин Кучар. Были представители коммуны Самбола и представители Бенова и Величина. И были вы. То есть то, что господин Иордан говорит, что других фракций не было, ну, вот, по крайней мере, два советника, которых я видел, они были. Это второе. Почему тогда не поступили уже где-то как в кабинете, я не знаю. Там пошел какой-то спор между господином Марковичем и господином Русаковым. Что там произошло, я детально не знаю, если господин Маркович может рассказать. После того, как уже коммуна Самбола вышла на это все по тарифам, Салуфрики Салушин тогда отказались участвовать. Они сослались на господина Зиньковского, что он их не пригласил. Хотя господин Зиньковский сказал, что он их приглашал. Кто что, я не против. Давайте создадим комиссию, давайте сделаем. Я не против. Но шантажировать, я еще раз говорю, не надо шантажировать. В крайнем случае Салуфрики Салушин. Если они хотят конструктивный разговор, я сказал, уберите полностью свой пылки и свои эмоции. И постоянно не надо, чтобы закроем все эти полигоны, и мы их завтра откроем. Если они готовы к нормальному разговору, как бизнесмены они хотят с нами говорить, то давайте садиться и будем говорить. А требовать от Шумского миллион лей, как требовал директор компании, это тоже неправильно. Более того, я присутствовала на этом заседании, на вашем слово в слово. Я хочу всем сказать, что представители Салуфрити Салушин готовы расторгнуть договор концессии. Они готовы. Так, уважаемые коллеги, раз мы готовы расторгнуть этот договор, потому что с 15 декабря в любом случае данная компания не предоставляет услуги, они написали извещение, подали в премьере, что они не будут предоставлять данную услугу. Мы, соответственно, идем на шаг, что мы не хотим с ними дальше продолжать какие-то договорные отношения. С их стороны, соответственно, есть желание расторгнуть данный договор. У нас сегодня есть муниципальное предприятие. Господин Павловский, если будете говорить по телефону, нажмите, пожалуйста, на микрофон, чтобы вы услышали, о чем вы говорите. Спасибо. И в данном контексте, раз обе стороны готовы расторгнуть данный договор, господин Кучатин. Так было? Давайте расторгнем договор и будем дальше обсуждать вопросы по полигону. Но давайте посмотрим, кто сегодня юридически является лицом, которое законом находится на данном полигоне. Представители Салуфрити Салушин, вы готовы расторгнуть договор на сессии? При всех спрашиваю. Вас еще раз. Да? Готовы. Господин Баланов, мы можем, или как это, если обе стороны по обоюдному согласию готовы расторгнуть данный договор? Подождите, я могу включим этот вопрос к объекту, заслуживаем за то, что мы принимаем решение успешно. Так, нет, ты готов, не готов. Это не предмет разговора. Можно назначить заседание у господина Григоришина в кабинете на завтра. Вы готовы прийти? Уважаемые присутствующие, здесь заседание совета. Господин Григорьевич. Я не против, еще раз, если данные два бизнесмена готовы сесть с советниками за стол переговоров, давайте садись. Но они до сих пор были не готовы садиться за стол переговоров. И сейчас присутствие вас, они говорят, что они готовы, назначаем, пожалуйста, сегодня совещание на 16:00, прямо после совета идем в расширенную группу советников, или кто хочет, представители премьеры, садимся и начинаем вести диалог. Если это будет нормальный конструктивный диалог, а не какой-то шантаж. И после обсуждения данного вопроса нам ничего
ничего не мешает созвать экстренное заседание совета, сесть и через 3 дня и обсудить данный вопрос. Не хотят. Хорошо. Донна Кодинова. Dacă parcurgem propunerea de la un consilier, punem la vot. Și nu facem așa o demagogie, pentru că 45 de ani au trecut, noi încă vă gândim, nu am aprobat. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă sunt modificări, propunerea de modificare a ordinii de zi sau de completare. Domnul Ceaschi, dacă de modificare sau completare, comentarii nu mai facem. Nu mai facem. Nu mai facem. Nu mai facem. Даже сегодня в 4 часа, в таком же ракурсе, в таком же поведении, как она была в декабре месяце, 15 декабря в кабинете Шеремета в то время, да, кстати, наверное, комиссию, надо смотреть, куда вы писали комиссию Шеремета, то я скажу, что было. Маркович Борис погрубил повышенными тонами, голосом, хамством, люди стали ушли. Вот что было. Если мы сегодня в 16 это сделаем, они тоже уйдут. Давайте будем корректнее, работать по этим проблемам, это все люди. Domnul Ceaschi, în primul rând, a fost seama că eu nimeni n-am vorbit acolo. În al doilea rând, eu vorbeam cu mare de la Sângeriei. Președinte. Scuzați-mă, vă rog, mai mult nu vorbiți așa, că o să mă adresez pe președinte. Așa a fost, domnule. Eu vă mulțumesc, stimați colegi, am deliberat împreună împotriva, abținut, unanim. Să procedem la întrebările care au rapoartele de specialitate, care au trecut în toate comisiile, care au absolut toate vizile de la direcțiile de specialitate. Cine este pentru includerea în ordinea de zi? Întrebarea cu privire la aprobarea răspunsului este anicumulată. Împotriva. Abținut. Vă rog frumos să țineți mâinile sus pentru un alt. Abținut. Cine-i abținut? 1, 2, 3, 4. Dar cine e 5? Nu. Chiptenarul Zagrudna, iar Basar și Iordan. Basar, Rubac, Chiptenar și domnul Iordan. S-au obținut. Zagrudna. 5, da? Următoarea întrebare, includerea în ordine de zi a subiectului cu privire la desfășurarea consultărilor publice la proiectul decizii Consiliului Municipal Gorj cu privire la susținerea socială a cuplului familiilor de 50 de ani, 60 de ani de căsnicie comună și persoanelor care au atins vârstă de 100 de ani și mai mult prin acordarea ajutorului material unic. Cine este pentru includerea acestei întrebări? Împotrivă, abținut, domnul Ghințu. Eu am rugăminte, rândul din spate, dacă puteți ridicați un pic mai sus mâinile, pentru că, într-adevăr, se vede foarte frumos. Următoare chestiune, cu privire la examinarea notificării oficiului teritorial Boț, în acelare de stat, cum și Moldova, numărul 13.04. Cine este pentru? Includerea în ordine de zi. Noi vorbim despre proiectele care să fie incluse în ordine de încorporare. Primăvară va. Cine este pentru? Domnul Ceaschi. Cine este pentru? Încă o dată. Așa. Împotrivă. Abținut. Domnul Bobonski, domnul Iordan, Lena Rubac, Dumitru Basat, Vova Chiptinar și Lisic și doamna Zagrudna. Eu încerc să vă spuneți, e Zagrudna. Următorul subiect cu privire la aprobarea sporului lunar la salariul de funcție, salariul pe cap pentru anumite categorii ale angajaților din instituții de învățământ general. Cine este pentru includerea în ordine de zi? Împotrivă, abținut, unanim.
Урмата на Кастрюни предвидела да се шарали по Сотелу Републичева, кои ги лечили на Сирил Чепал Гроско, предвидела по Вале Стралиджи и Локали Ди и Инклюзивния Сочал, по Сонима на Сочал Вомирабе и Дима Мички Бълз. Чини се приятно ли инклюзия на Лоди и Дизи? Împotrivă, abținut, domnul Iordan, doamna Răbac și domnul Pasat, 3. Așa, mai departe. Următoarea chestiune cu privire la desfășurarea consultărilor publice la proiectul de decizie Consiliului și Anul și Așa. Următoarea propunere a Comisiei de Specialitate pentru Drept și Disciplină, excludere din ordine de zi a punctului 19. Cine este pentru? Haideți să vă număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, da, 12. Mulțumesc, împotrivă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cine s-a abținut? Suntem 25. 1. Domnul Ceasca a abținut? Nu, nu. Deja noi suntem la abținut. Cine s-a abținut? 1, 2, 3. 23. N-a trecut. 23. Vă mulțumesc. Următoarele propune. Cine este pentru excluderea punctului 25 din ordine de zi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cine este pentru... Doamna președinte, vă rog să pot fi într-o salvatare după ce e vot. Eu încerc să zic eu cine este pentru, am înțeles, împotrivă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Mulțumesc. Cine s-a abținut? Haide. 1. 1. Cine mi-a spus că nu a rezultat aducerea? Tot ce e greșit. 13, 11, 11, 12. Eu doar după fiecare votare nu spun numărul de voturi. Mi-a spus deja matematic calculat. Doamne, vopros să scriceți. 13, 13, 11. Nu prășло предложение. У нас остается... 13, у нас 20, да? 13, 13, 13, 13. Так. У нас остается в повестке, потому что... 27 советов, один не голосовал. Непонятно. 13, 13, 1. Один не голосовал. Долго счастье, но мы не будем не десять. Комментарий к сегодня у нас вопрос по поводу новых встречи с Филиппом Запина с одного папа. Cine este pentru la punctul 19 să fie transferat, să fie examinat la punctul 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Împotrivă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Abținut. 1, 2, 3, 4. Вам мулцумест. А мы не забываем. Я не закончила, подождите. Următоарь пропунерь афост, как întrebare к номеру 3, să fie аудиация репрезентанции de la Salubrity Solution. Correct? Который противоречит закону. Который противоречит закону, потому что, во-первых, у нас повестка дня из... Заслушать не противоречит. Заслушать это не противоречит. Заслушать третьим пунктом. Но у нас для этого есть... Ставим на голосование. Чини есть бенту к пункту 3, если я убираться, вы будете слушать. 1, 2, 3,
факту чинит шас шапло нов зечу общую шесть тысяч. Потрива. Uno, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, 13. Abținut. Unu. Unu. 30, 30. Nu știu, știți ce vreți. Mai bine. Spuneți, vă rog, care a trecut și care nu a trecut. 13. Nu, toate, mă zic, pot adăuga. Nu am trebuit Deci, cu 19 este clar, domnul Buceaș deja a fost în propunere dumneavoastră cu punctul 19. Domnul Ghițu a avut cu privire la regulamentul desfășurării ședinței Consiliului. Domnul Iordan, la fel cu punctul 19, a avut propunere. Cei ce s-a examinat deja, corect? Așa, deci din întrebările suplimentare care au fost trecute, majoritatea a fost aprobată. Ca să vă fie clar, deci vreți din acestea care au fost produse de către consilieri. Punctul... stați un pic, la care să începem, așa, 19. 23. Комфортати до бо. Що це таке? Треба не сумно. Це спочатку. Окей? Да, за проект решения, действующим законодательством предусмотрено при равном количестве голосов, данный проект решения переносится на следующее заседание. Здесь же мы не голосовали за проект решения. Где? Здесь рассматривается... Господин Чагам всегда спрашивает, где написано? Это статья 21 или 22 закона о местном публичном управлении. Есть? Здесь? Нет. Нет, это написано в... Это написано в положении... Что при равном количестве голосов за проект решения. Но здесь мы голосовали за проект решения. Не за проект. Вы за там исполняли голосов. Но нет, это вопрос. Из голосования разделились 13-13. Нет, у нас как раз прошел, остался этот вопрос. Ну правильно, то есть было предложение о снятии. 13 проголосовало за, 13 проголосовало. 12-12. И 3 воздержали. По-любому, любой вопрос по повестке дня, он принимается большинством присутствующих. Вас присутствует, время на 27. Большинство это 14. То есть, чтобы прошел вопрос, надо 14 голосов. Deci, stimați consilieri, conform voturilor numărate, punctul 19 rămâne în ordine de zi, punctul 25 rămâne în ordine de zi și propunerea convierii a Sărbătorii de Solușă nu este inclusă în ordine de zi. Vă mulțumesc. Cine este pentru ordinea de zi în întregime? Haideți vă număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Împotrivă. 1, 2, 3,
Аша Вова Кептина, дом Загрудная, Щедомна Погонский, дом Котрива, Аптинут, дом Гицу, дом Бучацкий, дом Понятовский, дом Йордан, Щедомна Добруджан, Щедомна Лесник, Щедомна Пасад, дом Пасад, Щедомна Рыбак. Аптинут. Ордене Визия Костюмута. Третьим Воров Умос, Лаги Семинария, Ордене Визии. Приму, Стасов и... Добрый вечер, я его Да. Ну, точно, у нас калькулация возраста была пакета 90-го. Сомнится ли фамилия или шамбила? Ее на место? Сомнится фамилия, а? Так ее тать фамилия или на место домного участка? Шепидомного лесник, шепидомного кептина, шепидомного фасад, шепидомного раба, феизм, повтим? Процедура голосования, где определены, какие голосования есть.
Поэтому, согласно закону, это моя функция, и мы делаем ее так правильно, как оно и есть. Спасибо. Более того, после каждого мы считаем. Спасибо, ваша функция, да, отчитывайте, пожалуйста. Да. Господин Бучатский, вам нужны если счетчики, то я могу вам называть фамилии, которые вы сегодня ночью любите советников, как вы и ваши коллеги по Монске запугали, вот они все голосуют за вас. Что Киптинай, что Рыбак, что Посад, все голосуют за вас. Вы здесь что спрашиваете, я иду отсюда вам говорить. Мы и так затянули с утверждением повестки дня. Позвольте нам работать конструктивно. Если будут какие-то предложения, высказывания, очень вас просим после заседания совета. Убедительная просьба. Господин Поповский, все. Больше мы не комментируем и работаем. Хватит. И вы знаете, что происходит. И стыдно вам должно быть. Правильно. Стыдно вам должно быть. У меня было к вам личное уважение. Очень сильно для консилиера.
комиссия взяла, то есть это прям были решения. Но сообщение тебе обладаю акцию. Он был в организме, привел дальше, когда я лечили, спасибо, что читал вас, то есть здесь читал твой, привел к бюджету, он читал вас, да, он был в организме. А без комиссии, если я позведешь, комиссия по комиссии, я бы варки на порядок, если я приду на тема. Чинистый перед. Я вкус рыбы, почему африканский? Я вкус рыбы, то состав у меня решет. С папасом увидели меня с годом, да, то есть сейчас не будет. Прекратите оскорбление, давайте работаем. И как вы определили? Прошли сюда какие-либо объекты, конкретно говорю, прошли сюда объекты, определение, начиная когда-то, когда был большой мир, да, в том числе Николай Николаевич, помню, присутствовал тоже, в моем разговоре о том, что у нас есть ряд объектов, работ на территории медицинского, которые выполнены проектно-сметные документации, за проектно-сметные документации оплачены финансовые средства. Я бы хотел уточнить, вошли ли сюда ряд этих проектно-сметных документаций на дополнение работ, которые в данном случае рассматриваются в закон? Спасибо. Все 27 минут, но у меня есть перечень, она вас дочитает. Она на прошлом заседании начала вам зачитывать весь этот перечень. Алло. Бună ziua. Vreau să vă duc la cunoștință că toate sumele care au fost conformitate cu deciziile Consiliului Municipal. La dumneavoastră, în informație, este indicată în suma și în conformitate cu care decizia Consiliului Municipal a fost alocată. Ремонт дорог была утверждена программа по муниципию ВЭЛ согласно распоряжению примара, где там указываются все объекты и все проектно-сметные документации, которые мы должны осуществить или оплатить. Ну, Николай Николаевич, я сохраню, потому что я с ним говорил, подключил вам туда, я имею в виду ту проектно-сметную документацию, которая выполнена на микрорайон Слободе, улице Саровская, Войдунковая, Белякова, Софья Ковалевская, какая-то Яблочная, и так далее, и тому подобное. Там общая сумма 9 с лишним миллионов рублей, которая 510, по-моему, так по памяти не буду, 510 тысяч оплачено за проектно-сметную документацию, и было сказано, в том числе и Николай Николаевич, который несчастный был еще раньше, и Игорь Шереметов, о том, что при распределении определенных средств, которые или останутся в дополнительном поступке, мы будем рассматривать эту составляющую для выполнения данных работ. Этот объект не был ключевым. Не только, есть другие объекты, вы это знаете. Правильно, это я думаю, что господин министр Благодарин отдаст ответ на эти объекты, на эти проектно-сметные документации. Этот вопрос был рассмотрен на заседании, где присутствовали и вы. И вы знаете прекрасно, что этот объект не был включен в этих ассигнованиях в сумме 21 миллион. Спасибо, я тоже сам забрал. За другие тоже справки с вами записали, за то, когда у меня есть просьба председателя, еще объявить перерыв на 30 минут. Наша фракция за развитие объекта будет проконсультироваться по этому вопросу и подробно. Спасибо.
Кто за паузу? Слово по вопросу, по данному вопросу повестки дня. По данному вопросу повестки дня. Есть вопросы? Да, у меня есть вопросы. Для того, чтобы мы приняли решение, нам нужна консультация. Поэтому, если вы не хотите с нами работать конструктивно, мы покидаем. Господин Павловский, вы являетесь членом финансовой комиссии. Вы на эту комиссию ходите. Вы голосовали, вы высказывались, вы задавали вопросы. Хотите устраивать цирк, можете покинуть зал заседания. Не хотите, сидите дальше. Вы видите, что пришлось с семьей посад.
Но с то, что с Лисником, то же самое. Вот что происходит. Они пришли и сказали сегодня ночью, Кирке дают, чтобы не вернут ему товар. Шварцу пришли и сказали, что Шварц это предназначение на заседание, арестуют его жену. Вот что происходит. И что вы, мельчане, должны знать, что эта данная фракция, которая красит себя в какой-то непонятный цвет господина Полонского, это чисто фашисты, которые работают против пенсии. Давайте мы сделаем перерыв на 30 минут и попытаемся с теми, кто выше, переговорить, чтобы ты у кого-то такой ум заработал. Понимаете, они за тем, что им рассказывали поводки и маху, у них уже голова поехала кругом, понимаете? Николай Николаевич, можно пару слов сказать? Пожалуйста, я хотела обратиться к Иордану. Он носит фамилию благодатную, где крестился Иисус Христос. Но он, я не пропускаю ни одного совета вашего, я все время слушаю. Он же не дает вам никому слова сказать, он все время кричит. А удивляюсь поведению нашего, забыла фамилию, Бучацкого. Он себя тоже отвратительно во время заседания ведет. Во-первых, я очень часто обращалась к маху. Один единственный дом в нашем доме, 39 Индепенденты, где еще горит, отапливается подъезд. Я обращалась 5 лет к маху, помогите. Я даже обращалась к нашему юристу Виталию Балану. Обращалась и говорю, не просто не помните. Мне 80 лет. Я вышла в тяжелом состоянии, наш город бомбили, мне было всего 7 лет. Неужели не хватило совести того же Саши, Федоровича Александровича, и у того же Игоря Николаевича вместе с нами стариками пройти за освобождение пенсии? Мне очень больно и досадно. Моего папу, конечно, немцы и румыны вели на расстрел. Просто чудом спасли его, потому что там была преподаватель Немьяза. И говорит, он поляк, ударил его, ел Жидану. Но даже если Жидану, то в конце концов, люди, объединимся все. Не делайте этой глупости, все мы фракции, объединитесь. Я объединена своей соседкой, которая сидела
поняли вашу боль. Давайте мы отлучимся на полчаса. Спасибо. Мы подождем вас. И только, дорогие присутствующие, не делайте скандалов и высказываний. Спасибо. 334-й, задумитесь, пожалуйста. Сегодня 17 апреля, после праздника, вот это все, созвался совет. На основании созвания совета им за это платится зарплата. Каждый совет съезда идет с бюджета, нашего бюджета же, только я говорю. С наших налогов идет им зарплата. Любая комиссия, которая выдвигает у нас в Приморье на рассмотрение каких-либо законов, тоже платится зарплата. Просто так сейчас...
просто так сидеть и рассматривать в комиссии документы юридически, выносить закон, правильно, не будет. В данный момент сейчас созвались люди, все пришли со всех районов. Кто с Новых Бельц, кто с БАМа, кто с 8 квартала. У нас эпидемия мусора же произошла 2 раза. Зимой, это когда была минусовая температура до 20 градусов. Сейчас у нас уже лето идет. Температура воздуха подниматься будет до 30, до 40. Если мусор, мы не будем вывозить мусор на наш Стамбул, ту территорию, которая принадлежала Примарии. И сейчас есть документы у директора ДРСУ, что документы являются кадастровым в муниципии Белц, который мы имеем право выносить свой мусор на тот полигон. Вы на тот полигон были, посмотрели, как работала эта компания, которая с нас деньги высасывала по 23 лея человека. Вы посмотрите, водители вот эти сейчас из ДРСУ, которые едут, они пробивают себе колеса. Там, если взять себе этот участок, мусор должен сортироваться по их стандартам. Бутылки отдельно, то отдельно. И вы были, все вы там, телевидение было. Вы видели, какой полигон в этом состав? Какой полигон они брали, все тоже знаете. В 2013 году было по советам, в 2014 брали. Сейчас мы то, что выносится. То, что будет, сейчас, то, что выносит сейчас совет, для того, чтобы поднять зарплаты поварам, те, которые готовят кушать нашим детям в садике и в больницах, поднять. То, что подняли они зарплату директору первой горбольницы на горе на 50%, это подняли в течение 30 минут. А то, что сейчас поднять этим людям, которые работают за 1200 лей, они нет. И был вопрос, что поднять и дать. Каждый год у нас есть семьи, которые живут по 50 лет совместной жизни. У нас было это, у нас было в проекте так в Примарии еще с покон веков, что мы даем по 1000 лей этой семье за это. Сейчас они тоже хотели урезать. Сейчас у нас ветеранов осталось очень мало. Те 10 тысяч, которые должны, потому что каждый советник, который здесь сидит, он отвечает за его голос. Мы его избрали, народ его избирал на того, чтобы он решал судьбу горожан, а не судьбу своего бизнеса. И своего кармана. Понимаете, вот это сейчас, девочки, что произошло в этой Примарии, это было сейчас цирк. Перед выборами. Это даже стыдно. Это на каком это цирк, который должны быть. Пожалуйста, советники, за которых мы голосовали, вы, люди голосовали. Я вам сейчас отвечу. На каком основании вышли из зала? Я вам... Мы за них давали голоса. Я сейчас отвечу. Любой. Я вам сейчас отвечу, почему вы избрали советников, а ваши советники Гришки, предали вас. Предали. Почему? Вот вы, вы не задавайте... Вы не у каждого советника, который вышел с какой-либо партии, он имеет за собой бизнес. Не повредая своему бизнесу, он лучше выйдет с партии, будет независимым кандидатом. Так лучше сразу иди независимый. Они вышли и ушли спокойно. Вы их пропустили, вы им дали дорогу. Они прошли. Потому что я стоял у дверей, вы открыли, дали дорогу. Если вы бы хотели, вы не дали. Сидите и работайте. Мы вам даем зарплату. Я понимаю, это пыль, не надо все это. Потому что я вам объясняю, люди добрые. Прежде чем голосовать, сначала узнайте человека. Кто он, откуда он. А когда-либо с какой партии он идет, мы не знаем. Мы знали, они представляли нашей партии. Я вас понимаю, люди добрые, но сейчас... Участки знают заранее, что после обеда заходит у нас мусорный полигон. Откуда он все знает, а люди вообще ничего не знают. Они же живут в этом городе тоже, товарищи. Они живут, их дети тоже живут. Неужели им так нравится, чтобы этот город был грязный? Почему? Хорошо, они одна партия, мы другая партия. Но мы живем в одном городе. Живем в одном городе. Мы должны стремиться к этому. Я был не раз. Почему вы не пошли? Так они делают, так. Они особенно от Елены Рыбак и от Пассанта. Мы вообще не ожидали такого. Не ожидали. Позор им, просто позор. И вчера спросили у них. Они продались. И пусть им будет
поставили, и вы должны его снять. Мы еще никого не поставили. Мы 20 мая поставили. Давайте 20 мая у нас идут примары. Вот на один год. Расскажите. На один год. Я хочу задать вопрос госпоже Рыбак. Как она могла поступить вот вместе со своим мужем покинуть заседание, покинуть фракцию? Это буквально за сутку, чтобы вы имели в виду. За сутку. Я просто наблюдала за ней, когда после голодовки на площади. Да, она цветы получила. И такая вот... А сейчас я не могу понять, почему вот так поступает. И она, и ее муж, и слов нет. Пусть она выйдет перед людьми, перед избирателями и скажет, какой мотив и почему она так поступает. И не только она, но все ее... Уважаемые женщины, давайте мы успокоимся. И молодец. Больше не выйдут оттуда. Подождите, подождите.
что нам делать? Помолчите, помолчите, пускай скажет. Сколько ты сможешь говорить? Давайте. Да помолчите, елки-палки. Что вы говорите? Дайте слово сказать. А потом скажете. Пишите, давайте, пишите немножко. Я не знаю, что ты сейчас думаешь. Тихо, что давай, говори. Говори, говори, говори давай. Мое предложение успокоиться на данный момент. Выбрать пару человек, не всей толпой. Просто покиньте вот это, никак не это помещение, коридор, да? Выбираем трех человек, если что, и мы мирно, дружно, без скандалов, без повышенных тонов, без всяких... И телевидение, чтобы было тоже с нами, да. Три человека ничего не решат, надо, чтобы они Вам отойдем подальше, а он станет здесь, и пускай ответит на ваши вопросы. Мы просто в телевидение не заходим. Потому что они могут говорить все, что хотят. Женщина, успокойтесь. Не следите, пожалуйста, за вашей речью. А мы не можем. Да можете арестовать меня. Вот можете. А что тебе на площади? Но мы предатели все. Подождите. Вы сейчас отодвигаете. Не пускай. И охрана. Мы не заходим. Да, они выйдут к народу. Народ выбрал? Пока выйдут к народу. Давай конкретно. Давай конкретно. Давай. Мы отходим на народ. Пока выходим. Мы выходим. На улице не надо. Закрою двери, не будет вообще. Давайте мы. Давай мы отходим к народу. Пока сюда выходим, отвечаем на наши вопросы. Мы отходим. Вот туда. Человека. Потому что мы вооруженные пришли. Подождите. Здравствуйте. Так, выберите двоих без телевидения. Ничего себе! Без телевидения никто не заходит. Я от них не ожидаю. Не надо. Нет, вашего дня мало. Хотя бы телевидения заходит. Хотя бы уважаемые граждане. Уважаемые граждане. Два человека не хотят. Он не хочет народу выходить. Не нужен человек, чтобы посадить. Она они должны пропускать телевидение сюда. Два человека это мало. А вопрос всего народа. Уважаемые люди.
Послушайте, ребята! Уважаемые люди, я прошу вас спуститься всех на первый этаж. Не будем его устраивать, потому что они прячутся за спинами полицейских. Полицейские, то есть, те же люди, что и мы с вами. Спуститесь, пожалуйста, все на первый этаж. Просто мы не будем... очень подождите. Обидно. Мы понимаем. Спуститесь все на первый этаж. Они боятся людского гнева. Поэтому я вас прошу, пустите все на первый этаж. Все, пустите на первый этаж. Все, идем на первый этаж. Потому что они воры и мошенники. Проходите вниз, пожалуйста. А когда у них свадьба будет? У Маху вот эти депутаты. Вниз, пожалуйста. Все, это нас не интересует. Идем на первом этаже. Пожалуйста, полиция ничего не имеет против. Идемте вниз. Так, мы ничего не имеем против. Мы хотели оружие. Вниз все идем. Судите, ребят, идемте вниз. Вниз давайте, пожалуйста, все вниз. А что они, то и мнение, почему они не на рабочем месте? Идем то и мнение. Идемте вниз. Идемте вниз, пожалуйста, все вниз. Идемте, выходите, пожалуйста. Демократия, да. Народные деньги. Почему они не... Человек, если он ушел с работы, ему не платят деньги. А эти ворюги взяли, им стыдно от народа. Они взяли, попрятались и ждут, чтобы народ разошелся, и они опять будут продолжать то, что они делают до сих пор. Они понастроили дворцов себе, окружили себя милицией, полицией, и живут пропивающие. Они народ ни во что не ставят. Им надо, они стрелять будут нас, а мы, потому что мы молчим. Будем принцессу с принцем ждать, персонально. Они сейчас, смотрите, что они сделали. Они взяли фамилию Усатый, уклинили вот выборы. Мы молодцы, мы знаем, где Усатый, наблюдатель кончного. И это вот, ну... Взяли сейчас подставное лицо, поставили ведь этот председатель партии это, Усатый. Они взяли специально фамилию Усатый и приняли в эту партию для того, чтобы запутать народ, чтобы голосовали за этих варюг. Ну, как? Мы все, можно терпеть.
время сказывали в прошлом году. Мы сейчас все, вот, которые собрались, мы просим, мы просим жителей Бельц, пожалуйста, приходите, помогите навести порядок в этом городе, потому что нас тут как бы вроде не очень много, но надо, чтобы весь город собрался или разогнали эту бандитскую, эту... Эту банду, эту группу, эту банду, потому что, ну, невозможно. Не могу одеваться. Ждем только памяти, чтобы нам дали какую-то тряпку рваную, чтобы мы одели. Нету ничего, демократы, все нас обобрали. Хватит расстрелять их, раскидать их, разбомбить их. Все, чтобы их тут ни одного не было. Ни одного демократа, чтобы тут не было. Пусть будет наша партия и партия социалистов, а демократы на пути. Тебе партия социалистов, они тоже воры стали, бандиты. Все воруют, сигаретами продают сигареты. Ключ от дверей. Заходят, закрываем двери, и не надо было бы их пустить. У кого ключ от дверей? Thank you.
Согласен, но это на уровне страны они перебегают, а тут вы хотите будут
парень совета. Я еще раз вам объясняю, что ночью вчера все было нормально. Произошло ночью. Баса, рыбак, Виктина, Швац, Баман. Сегодня ночью все выбрали. Есть такой вопрос. Почему они заняли, посадили милицию и ей пускали туда? Мы сказали так, мы видим, что там 3-4 человека сколько будет, а почему они не пустили телевидение туда? Я вам объясняю. Они боятся вас. Они вам не смотрят в глаза. Они же даже не ходят по городу. Вы же это сами видите. Пускай выйдут на рынок, им там расскажут, кто они такие. Я вам еще скажу еще одно. Когда мы были первый раз на полигоне, на Мусском полигоне, начальник полиции из Розовска, он мне сказал так, что у меня есть бюро, приходите в мое бюро, там мы поговорим и едем в Израиль. Я ему отвечал, да, у вас есть бюро. Закон через один день, а через один день, вот это уже помню. А все, понял вас, извините нас, давайте мы начнем работу. Уважаемые коллеги, мы сейчас рассматриваем повестку дня и просто смотрим, какие вопросы мы можем сегодня рассмотреть в данном составе совета. Я вас очень прошу 2 минуты подождать. Спокойно, пожалуйста. Thank you.
когда предлагают вице-премьерии, это тоже ваша точка зрения, но ваша точка зрения ошибочна с инспекцией МУЧ. Ну, давайте объективно. Давайте объективно. Вот смотрите, мы зарегистрировали сегодня 27 советников. Заседание было объявлено правомочным. Мы не голосовали за то, чтобы прервать заседание. Мы не голосовали за то, чтобы окончить это заседание. Заседание продолжается, правильно? Но при том, при этом оно было зарегистрировано изначально как правомочное. Так, Ирина Мишина, у вас вы в протоколе, значит, будете делать отметку, что ушли такое-то количество советников. 13. Так? Да. И вы в протоколе отразите, что сейчас на данный момент присутствует сколько? 14. 14. Часть 2 статьи 19, что говорит? Что заседание местного совета правомочно при присутствии большинства. Хорошо. А вот что делать с этой нормой? Если в зале заседания согласно регистрации имеется необходимый форум, совет переходит к рассмотрению вопроса повестки дня. Согласно регистрации имеется необходимый кворум. Решение принимается большинством голосов присутствующих советников, кроме случаев если бы присутствовало на начало заседания 27, ушло бы 9, ушло 18, бы осталось, вопросов нет. Большинство принимает. Это не все так четко и ясно. Четко и ясно. Давайте я вам скажу по-другому. Четко и ясно. Это не прописано. Это уже трактовать только в парламенте. Давайте уже, если говорить уже так. Там чуть. Четко и ясно. Четко и ясно написано, что заседание. Если в зале заседания, согласно регистрации, заседание местного совета правомочно, если на нем присутствует большинство. То есть на протяжении всего заседания должно присутствовать большинство. Это вы там написали? Я не интерпретирую, так законно написано. На заседании. Там написано, что на протяжении всего заседания должно присутствовать. Заседание мест. Подождите, заседание. Оно когда начинается? С момента окончания, с момента завершения. Это заседание? То есть заседание правомочное. Когда устанавливается правомочность, характер правомочности заседания? В начале заседания. В самом начале. Мы же не делаем перекличку через каждые два вопроса, чтобы смотреть. Для того есть председательствующий секретарь, что в случае, если он усмотрел, что количество советников уменьшилось, он должен поднять. Значит, нужно было закрыть ключом. Мы решаем эти вопросы. А вы не имеете права решить вопросы. Или так, идет 9 мая, Грустина. Шагинцев, декларация, делиберативно. Шагинцев,
контролирахте, тъй така се констатирам, че Констанца са лапа в ситуация. Уважаемые коллеги, я вас очень прошу, чтобы вы себе отметили те вопросы, которые мы сегодня имеем право рассмотреть. Это 19-й вопрос. Так как мы проголосовали за повестку дня, и 19-й вопрос по Батыру остался в повестке дня, мы можем его рассмотреть. Это 20-й вопрос. Это 25-й вопрос. Это 27-й вопрос, 29-й вопрос, 30-й вопрос, 31-й вопрос. И из дополнительных 37-й это предвидела Дисашрай Русутейла Публичила проекту Девичизи, предвидела Сусинера Сучала, окупнули фамилии Девичизи, Шадзиджан, да, нашли. 38-й вопрос. Предвидела экзаменарную дифферию Уфичула Кочевари Гисап. Есть? 40-й вопрос. Предвидела Дисашрай Русутейла Публичила проекту Девичизи, Русила Кубидала Кубайс, Радичи, Локали, Дейни, Зуни, Сучала. Есть? И все. Данный вопрос мы можем рассмотреть сегодня на заседании совета. Я попрошу коллег. Значит, первый вопрос, который мы можем рассмотреть, это 19-й. Кубревидова Мария Акадумовой Батыру функции директора Четкого Медичева Гефармия. Ворот ФОМОС обязан комиссии в Европейской Чаритарии. Объездной комиссии директора после экскурсии или морной визи. Значит, мы все самые экзаменаторы. На комиссии по образованию советники и поддержали. Молсумес. Учитывала получение стипендии, опробовали проекты чистки, МГУДРИБА, АЦИНО. Я не так спросил, что я теперь чего не вижу. Да. Умотали Любави Дулусевич. Определила экзаменария Афганистикеров и Чулки Туриала Фашивари Киска. Туриала получили фирмы на Амунину Дулусевичу. Еще? Но Дулусевичу не попадили. Арена Дулусевичу. Учерку за Дулусевич Чинч. Дулусевич Чинч. Стиматскую речь была шляса легенда о частном привале. Шипали рынок куличка, и я лучше перейду на русский, просто чтобы все понимали. 25-й вопрос относительно того, что госканцелярия написала в нотификаре по поводу решения совета о назначении двух вице-премьерей, господина Григоришина и господина Шмурского. Мотив заключался в том, что якобы Ренат Георгиевич Усатый не имел права предлагать эти две кандидатуры, так как не находился на момент предложения на территории муниципия, там, где его избрали жители. То есть он не был в исполнении своих служебных обязанностей. Я проинформировала и хочу еще раз повторить, что в октябре месяце 2017 года премьер муниципия Бельцы сделала запрос в инспекцию труда относительно ситуации. Человек, когда находится в командировке, в официальной командировке, он является в тот момент в исполнении своих служебных обязанностей, либо нет. Нам, таким образом, 21 ноября 2017 года инспекция труда, вот письмо, которое было направлено на имя господина Шеремета, ответила, что то есть, когда человек находится в командировке, в официальной командировке, в рабочей, на тот момент он осуществляет, имеет полное право осуществлять свои служебные полномочия. Соответственно, комиссия
комиссия по праву и дисциплине, где я являюсь председателем, мы рассмотрели данный вопрос. И на основании данного ответа и решили, что претензии госканцелярии, они не обоснованы и не основываются ни на какие юридические факты. Тем более у нас сегодня есть ответ от инспекции труда. Соответственно, комиссия по праву и дисциплине рекомендует совету утвердить данный проект решения в данном варианте. Отклонить нотификации госканцелярии. У кого еще рассматривался данный вопрос комиссии? Кто, есть вопрос еще? Кто за данный проект решения? Против? Воздержались? Единогласно. Спасибо. Следующий вопрос, который мы имеем право рассмотреть, 27-й. 27-й. Купривилла экзаменалась в территории усиливаемой конкуренции. Обидели комиссию. Комиссия Дрешевича Вечерина, Кадуша Гинзий, а пропуск к полному питанию баланса для президента усиливаемого Чапангов, Лаудея и организации усиливаемой конкуренции. У кого-то еще были предложения? Да, на следующий. Сейчас я получу у вас комиссию. Финансовая комиссия просила утвердить проект решения уполномочить Лябова Юрия Федоровича от юридического управления представить интересы муниципального совета. Спасибо. Господин Балан. Да, если можно, по данному проекту решения от юридического управления было предложение, чтобы совет по конкуренции составлял план специалистов Олег Лябов управления муниципальной собственности и земельных отношений госпожа Чикати Яма. Госпожа Русу, к сожалению, порекомендовала кандидатуру от главного финансового экономического управления. Так как в ходе предварительного заседания, которое состоялось по данному вопросу, обсуждалось данное письмо Совета по конкуренции, пришли к такой точке зрения, что те вопросы, которые озвучены в данном письме, они очень обширны и не входят конкретно в компетенцию какого-либо структурного подразделения. Что должным образом представить интересы совета в Совете по конкуренции, было пришли к точке зрения, что лучше, чтобы было представительная группа в составе четырех управлений и в том числе и муниципальное предприятие ДРСУ, также управление еще суда муниципального хозяйства. Как и все вопросы, которые были озвучены, касаются этого. Понятно. Ну, господин Балан, по крайней мере, я хочу высказать свою точку зрения. Я все-таки считаю, что вы специалист своего дела, вы хороший юрист, вы даете заключение на проект решения, которое вносится на заседание совета во всех областях. И если вы считаете, что вы как бы знаете, что такое и муниципальная собственность, вы знаете, то есть. Я не сомневаюсь в ваших способностях, что вы каким-либо образом не представите правильно интересы муниципального совета. Но если вы предлагаете, чтобы все-таки была какая-то группа людей, которые будут представлять совет, да, и я все-таки предлагаю, чтобы тогда давайте начальников управления. Начальников управления тогда, и пусть тогда все, я не считаю правильным, чтобы представляли интересы совета. Я ни в коем случае не ставлю под сомнение компетентности Олега Ляхова, Яна Чикатик, ни в коем случае. Но я все-таки считаю, что это очень серьезный вопрос. И на этот серьезный вопрос защищать муниципальный совет должны идти непосредственно начальники управления, так как ответственность сама за принятие решений управление принимает начальник управления. Правильно? Тогда давайте предложим. То есть наша комиссия предложила Виталия Балана. Можно по пути предложить госпожу Зиньковской, да? Господин Балан, так правильно? Да. Зиньковская. И ДРСУ. ДРСУ кого? Ну,
Если следует ваша логика, то директора. Директор. Он исполняющий обязанности. Исполняющий обязанности директора. И кто еще, вы сказали, финансовый руководитель, да? Да, Белоруссов. Если есть какие-то еще предложения. Предлагаю тогда советникам проголосовать за кандидатуру Виталия Полуна, Павловна Галина Зиньковский, исполняющий обязанности Дарсон господин Хмарный, Павловна Вера Руссу и... Да. Кто за данные предложения? Прошу голосовать. Против? Воздержались? Единогласно. Спасибо большое. Следующий вопрос, который мы имеем право рассмотреть, 29-й. Предвидела Мухарик Чилипа Семенович Чапал, привела Кабарик Компаньесик, Комиссия Лопосов и Лизовичей Карик, Семенович Чапал, Буэлл, Семенович Карик, Кириллай, а без двух комиссий Лопосов. Комиссия этого опыта времени Чапал, как она, кажется, не занималась. Предвидела Мухарик, ну, а вы просто без позитив. Речь, значит, так и господин Шарик покинул Совет Дома, да, было предложение, чтобы Вадим Вакарчук заменил его в комиссии по муниципальной собственности и куда? Комиссию по социальным вопросам. По социальным вопросам. Я прошу прощения, у нас есть вопрос. Исключение положительное. Да. Если есть еще какие-то вопросы, предложения, нет, кто за данный проект решения, против, воздержались, единогласно, спасибо. Так, следующий вопрос у нас 30-й. Определила Владикарий Чизитов Семенович Павлов, сочинить фразу «Господи». Прошу... А видимо комиссии его. Комиссия перевершили члены, нельзя это спит проекту лечить. КЖБ, чинить обеду, Бодрива, Аптину. Наталья Дрогарь Призвичун привела Дегримаря Адриату Бутики Сергеевич, Белового Гемонка Перманент, а вам Ирина Сердюк. А видимо комиссии есть позитив. А ДБ, чинить обеду. Вечером ладно говорили о субнементаре. Девочки, купривила ли сошивая терапевтический шаг, купривила ли сошивая консультативного публичи, лавгей, физичи, изъек, купривила ли сосиня сначала футбол фамилии, дичи изъечи, диана, шайзечи, ши, усуды, диана, дитинтуаря, физичи, шапки, а визу комиссии, бров, нос. Заключение комиссии по образованию положительное. Вопросу несколько Б. Чини секрету. Потребно. Акцину. На ней. Умотали на Тайбаре, привела изменения на территории территориала, начала регистрация и спрятать серую плату. А без комиссии есть позитив. Комиссия по образованию также принадлежит. Андрей Б. Чини секрету. Потребно. Акцину. На ней. У Наталья письмо не пахло сечь. Употребила ли сошивание консультативного публича на проекте лечить и усилия на мучках. А без выпуск срок. Заключение положительное. НТБ. Чини сегменту. Амплодрива. Аксину. Унану. Сниматься речь, честно, НТБ это вам директор Астасалит Зарья. Мы вас вам вместе по поплохо от спроса, мы брали чувак главным полушим. Шинки Шинкидин Шинкидин, Шинкидин, сочинение, если ты в Шинкидин, Шинкидин. Все поклоны Амцара в паузе, когда мы
Дмитрием Сиротем, Бауза Куномыне, Шединца Мусием Киде, Трибуца, Жирис Кумичева. Синдашет и Куромада Мину, Шинашку, Кунагите Мас, Аминем, Дунагада. И просто объясняет, что мне неблагоприятно на работе, где я нахожусь. Молчать. Дичь, чем я тебя подавицала проходить? По одиноким или по какой мы не многие экзамены? Я слышал, что это спон, по каким консультированием. Бачим, сам на кахалец какой мы не? Мы не на мерку, жой, кахалец на вине. Вине. Если бы он готов звенит, на пятницу всем удовольствие. Ну, а зачем хоть на бене, хоть на бене, хоть на бене, хоть на бене. Но и тут я с ним, вы же видели, что произошло. Мы должны учитывать, чтобы советникам и присутствующим было удобно время. А на 17 часов завтра? На завтра 17 часов. 5 часов вечера на завтра. Нормально? 5 часов вечера завтра всем? Но это не рабочий день. Ну без разницы. Мы все работаем. Мы все работаем. Была родовка. Где была родовка? Энергетика консильери как была расшапся за счетницу по коробке. Заседание открытое, скажите, пожалуйста. Открытое. Как надо начать заседание? Николай Кушникова, когда большинство вечерний будет наш год? На завтра на 14. На 15. Давайте на 15. Предлагается не закрывать заседание и объявить перерыв до завтрашнего дня в 15:00. В 15:00 мы продолжаем данное заседание. Кто за? Прошу проголосовать. Против? Задержались? Единогласно. Спасибо. До завтра.